Presiden Rusia Vladimir Putin berpandangan tiada keperluan menggunakan senjata nuklear ketika ini. Namun beliau akui pendirian itu mungkin berubah bila-bila masa. Kenyataan ini dibuat bagi menjawab soalan dikemukakan penganalisis Rusia Sergei Karaganov sama ada Moscow perlu menggunakan senjata nuklear untuk mengancam negara barat berhubung isu perang dengan Ukraine. Применение, неприменение, в каком случае применять. У нас есть ядерная доктрина. И там все написано. Я вот вчера только там разговаривал с руководителями этих информационных агентств, я об этом сказал. У нас там все написано. Это применение возможно в исключительном, именно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину. Karaganov tahun lalu mencarahkan Rusia melancarkan serangan nuklear ke atas anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO di Eropah untuk memaksa blok barat tidak campur tangan isu konfliknya dengan Ukraine.